Всем привет, капитаны! Я снова рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы продолжаем играть в игру Naval Action и будем проходить обучение. А именно вторую часть обучения – экзамены. Так как обучение мы с вами уже прошли, и теперь нам надо подтвердить свои навыки и умения уже непосредственно в бою. Ну что ж, первый экзамен – это экзамен по стрельбе. Погнали! Так, задание у нас с вами потопить вражеский корабль пушечным огнем, чтобы завершить данный экзамен. Но не абордажом, именно пушечный огонь, так как экзамен у нас именно на ведение пушечного огня. Ждем начала боя. До начала боя 10 секунд. Поднимаем паруса уже заранее, для того, чтобы сразу начать набирать скорость. Все, бой. Начинаем сближаться с вражеским кораблем. Вражеский корабль Ладж Валто. Какой-то француз, наверное. Скорее всего, по названию. Пока наши пушки перезаряжаются, мы с вами подплываем на ударную позицию. Начинаем разворачивать наш корабль левым бортом. Пушки готовы к выстрелу. Переходим в режим стрельбы. Так. Делаем пристрелочный выстрел. И делаем залп. И видим, что в правом верхнем углу показывается повреждение вражеского корабля, и мы начинаем ему сносить обшивку бортов. Для того, чтобы полностью потопить корабль, нам необходимо снести структуру корабля. Только после этого корабль начнет тонуть, и вы одержите победу. Так, пробуем развернуться к нему правым бортом. Переходим в режим стрельбы. Он по нам отвечает. И делаем залп. Отлично. По половине бортов обшивки мы уже с вами нашему врагу снесли. Напоминаю, друзья, что есть разные пушки, но чем ближе дистанция, с которой вы ведете огонь, тем выше урон, получаемый вражеским кораблем. Ну вот здесь вот немножко, конечно, поспешил я. Можно было вот залп сейчас отлично дать в борт. Дождаться, когда он развернется бортом, и дать этот залп. Ну, ничего страшного. Давайте, наверное, останемся в таком же положении и дадим залп также повторно с левого борта. И постараемся нанести максимальное повреждение. Вот так вот даже на носовую часть пришлось основное повреждение. И видим, что носовая обшивка вражеского корабля практически на нуле. Он пытается от нас уйти, но сейчас он встанет против ветра и потеряет свою скорость.
От ЛД еще никто не уходил. Разворачиваем левый борт, готовим его к залпу. Переходим в режим стрельбы. Давайте, наверное, вот не будем повторять прошлую ошибку. Развернем корабль еще левее, для того, чтобы нанести максимальный урон с нашего залпа. Вот так вот. Берем в учет тоже волны, то есть корабль может то подниматься на волнах, то опускаться. Это тоже, друзья, нужно учитывать. Соответственно, поднимаются и опускаются орудия и уровень их стрельбы. В игре также присутствует шторм. Вот когда начинается шторм, там, конечно, вести стрельбу намного сложнее. Когда большой шторм и большие волны, корабль кидает то вверх, то вниз, то влево, то вправо. Так, сводимся. Видим, что обшивки корабля, левый борт и правый борт, у врага уже осталось, ну, процентов, наверное, 20. И нам остается с вами снести структуру корабля, которая опять же находится по центру. После этого вражеский корабль начинает, получает как бы пробоину, начинает набирать воду и постепенно начинает тонуть. Опять же не сразу, а со временем. Вот нас на волне поднимает, мы выжидаем и даем залп бортовой. Все, правой обшивки нету, осталась только структура. Видим, что оба наши корабля практически стоят практически против ветра, поэтому движение корабля практически на нуле. В данный момент 0 узлов у нас, мы стоим неподвижно и перезаряжаем наш борт. И добиваем. Иногда, конечно, необходимо предпринять какие-либо маневры для того, чтобы обойти, можно противнику снести мачты, но об этом немножко дальше. Можно взять на абордаж, ну то есть вариантов сражений у вас много, и только вы, капитан вашего корабля, принимаете самое верное и самое выгодное решение, выбираете свою тактику ведения боя. Но в данном конкретном случае у нас есть поставленная задача, экзамен по нанесению урона. Отлично, друзья. Видим, что прочность корабля, его структура достигла нуля. И теперь вражеский корабль постепенно, понемножку начинает набирать воду и стремительно будет уходить ко дну. Давайте понаблюдаем за ним, посмотрим в подзорную трубу, как это все происходит. Достаточно реалистично, красиво и интересно сделана механика. Плюс вот мы структуру ему разрушили, но корабль еще даже некоторое время может сопротивляться и на начальном этапе наносить урон и отстреливаться пушками. Видим, потихонечку уровень воды все выше и выше. И все, вражеский корабль уничтожен, экзамен завершен. Видим, что корабль вражеский уходит под воду. Поздравляю, друзья, мы выполнили с вами первый экзамен и выполнили его успешно. В следующем видео мы будем с вами проходить следующий экзамен по обездвиживанию кораблей. Ну что ж, если тебе понравилось данное видео, конечно же, не забудь поставить свой лайк, оставляй свои комментарии, подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну а на этом я, конечно же, с вами не прощаюсь. Всем до встречи, всем пока!